Вот что ты можешь пояснить по поводу перехода массового в наши ряды из белоленточных движений? Ну, сами прекрасно знаете, после ужасных событий в четверг мы начали принимать бывших уже белоленточников в наши ряды, но принимаем с одним условием. Они будут проходить испытательный срок в течение месяца. В течение месяца. Да, в течение месяца, потому как мы должны убедиться в их верности, преданности. То есть вы считаете реально, что за месяц можно убедиться в их преданности и верности? Ну, понятное дело, что за месяц мы не убедимся, но, может быть, хотя бы процентов на 5 можно будет в них быть уверенными. А вот вы, как от своих будущих товарищей, от них что хотите? Ну, что мы хотим? Мы, понятное дело, хотим, чтобы они принимали активное участие в нашей политической деятельности, чтобы они любили, уважали нашу страну, стремились к чему-то лучшему. Ну, кто сейчас заинтересован в том, чтобы Америка нас спонсировала? Америка загибается просто, и она пытается утянуть нас вместе с собой. Ну а зачем это нужно? Мы великая страна, мы хотим сами решать свою судьбу. Мы хотим этого добиться от бывших белоленточников. Хорошо, спасибо.